Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию рубрики без модов, где сегодня мы будем рассматривать, как стать вашим любимым ютубером в Майнкрафте и начать снимать летсплеи. Есть ли среди нас любители легендарной игры GTA San Andreas? А может вы также любите мультиплеер этой игры? Если да, то заходите на канал Positive TV, здесь вы сможете найти кучу видео по самп. Все это, ребята, вы сможете увидеть в этой серии. Но перед этим, как обычно, не забываем ставить лайки. Ребята, каждый ваш лайк для меня важен. И чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новое видео. Если мы дружно все соберемся, поставим лайки, и через 2 часа сможем набрать 2500 лайков, значит через 2 часа выйдет новая серия, ребята, я вам обещаю. Поэтому не поленитесь и запомните вот это. Также я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Каждый подписчик для меня как друг. Поэтому, ребята, не стесняемся, подписываемся на мой канал, я буду очень сильно этому рад. Потратьте на меня всего лишь 2 секунды. На лайк, на подписку. За это, ребята, я вам скажу большое спасибо. Буду вас любить еще больше. И также выпущу новое видео как можно быстрее. Больше не тянем, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, сегодня мы будем учиться, как стать ютубером в Майнкрафте. Вот я построил небольшой такой домик, хоть это не можно назвать домиком, я просто построил подходящую комнату. Не смотрите на его внешний интерьер, можно и так сказать, внешний вид. Но, ребята, что в первую очередь нам нужно сделать? В первую очередь нам нужно выдать себе командный блок. Выдается он с помощью вот такой команды, ребята. Все очень просто, запомните эту команду, сделайте скриншот, сбегайте за маминым телефоном и сделайте... фотографию. Ребята, все очень просто. Вы даете себе командный блок, ставите его на землю и вписываете команду, которая уже находится в описании. Вам просто нужно зайти, скопировать ее и вставить в свой ванильный мир Майнкрафта. Версия 1.9, ребята. Да, уже вышла новая версия Майнкрафта 1.9. Пишем там Always Active для того, чтобы... вот эта махина всегда работала. Когда она полностью установится, вы сразу поймете, тут... Вы можете нажать на вот эту табличку, чтобы убрать эту махину, чтобы ваш мир Майнкрафта больше не лагал и не грузился. Но чтобы эта машина работала в любой точке вашего мира, вам нужно прописать вот эту команду возле этой махины. В принципе, ребята, ничего такого сложного нету. Но сейчас мы будем рассматривать, как же нам стать ютубером в Майнкрафте. Ребята, для того, чтобы снимать летсплеи, вам нужен компьютер. Вам нужна веб-камера, если вы, конечно, хотите показывать свое лицо другим людям. Вам нужна мышка, вам нужны колонки, вам нужно кресло и небольшой подарочек. Но его мы рассмотрим чуть позже, ребята. В первую очередь давайте рассмотрим, как же нам нужно сделать вот эти все плюшки. Это не только как стать ютубером в Майнкрафте. Вы можете установить эту команду и просто украсить ваш дом в Майнкрафте. И он станет намного красивее. Вот честно, ребята, намного-намного красивее. Поэтому, ребята, сейчас мы будем рассматривать. В первую очередь нам нужен монитор. Конечно же, нам нужен компьютер для того, чтобы вообще можно было во что-то играть. Нам нужно выкинуть 4 стекла, 2 редстоун факела и 1 редстоун блок. Мы выкидываем его на землю и получаем, ребята, компьютер. Ставим мы его, допустим, вот сюда на центр, да? Там его на центр, но, конечно, не туда, куда я хотел поставить. Я хотел его поставить, чтобы он смотрел в эту сторону. Но почему-то он смотрит в другую. Я сейчас попытаюсь его переставить, если это, конечно, вообще возможно. Нет, он почему-то, зараза, смотрит в другую сторону. Ща поменяем, ребята. Ну вот, ребята, я немного поменял обстановку. Нам нужно было развернуть комнату для того, чтобы блоки ставились нормально. Ребята, вот это мы все сейчас выкинем и ставим компьютер на наш стол. Это обычный монитор. Ну как обычный? В обычном Майнкрафте вы вряд ли сможете такое сделать, но в Майнкрафте с этой командой вы, ребята, сможете. Тут, к сожалению, нету ни клавиатуры, ни системного блока. Сам компьютер, да. И, в принципе, только обычный монитор. Но давайте будем считать то, что это прям самый какой-то там супер-пупер компьютер. Ребята, вторая вещь для того, чтобы вам играть, да. Просто-напросто, чтобы играть. Ух, у меня тут все перепуталось. Но, ребята, вторая вещь для того, чтобы вообще можно было во что-то поиграть на компьютере, а? Это, конечно, мышка. Нам нужно две каменные кнопочки и два редстоуна. Мы это все выкидываем и получаем мышку. Ставим ее на стол и смотрите, как она круто выглядит. Вот это, ребята, уже полноценный компьютер. Но что нам нужно еще сделать, ребята? Что нам нужно еще сделать? Чтобы сидеть за компьютером, нам, конечно же, нужно кресло. В том-то и смысл сидеть. Нам, ребята, нужно iron trapdoor, то есть железный люк.
три черных коврика и также энд-палочку, это с новой версии Майнкрафта. Вот это мы все выкидываем на землю и получаем, ребята, кресло. Мы ставим его на землю и смотрите, как оно офигенно выглядит. То есть вы уже можете сесть на кресло, вы уже можете сесть, ребята, да, я действительно могу сесть на кресло, я могу кликать на мышку, я могу смотреть в монитор. Да, вот так, ребята, круто, мы слазим с кресла. Но что нам еще нужно, ребята? Что нам еще нужно? Давайте посмотрим. Если мы выкинем 4 палочки, 4 железа и 1 редстоун факел, то мы, ребята, получим камеру. Камеру для того, чтобы... Да, башка Стива там была. Камера это для того, чтобы показывать ваше лицо другим людям, да, или просто-напросто общаться в скайпе. Как, ребята, имеете желание. Вот как круто выглядит камера. Но у нас есть еще две вещички, ребята. Первая вещичка с этих двух это... Выкидываем две палочки и один нотблок, нотный блок. И получаем, ребята, колоночки. Получаем колоночки, с которых уже прям вот эти музыкальные ноты исходят. Вы можете просто сидеть, балдеть дома, нафиг убивать всех соседей, поставив на самую большую громкость вот эти колоночки. И это просто, ребята, офигенно. Это действительно офигенно. Но какой мини-сюрприз я вам обещал. Ребята, если мы выкинем item frame на землю, то есть рамочку, и выкинем один железный блок, то смотрите, ребята, что мы получим. Мы получим серебряную кнопку Ютуба. Да, ребята, это просто офигеть. Это уже полноценная комната. Это офигеть, как круто выглядит. Но знаете что, я тут еще, допустим, хочу поставить... А знаете что, давайте мы сделаем вот тут два монитора. Ух, да, два я не могу сделать, потому что, как вы видите... Да, сломайся, сломайся. То, что мониторы смотрят только в ту сторону. Значит, ребята, нужно строить свой дом именно так. Но, ребята, мы действительно сейчас попробуем сделать два монитора, да? Вот так, вот так, замечательно. Один монитор поставим вот сюда, другой монитор поставим... Ну, три, это уже будет, мне кажется, это уже слишком будет, три монитора. Два монитора как раз нормально. Дай мне поставить, так, сейчас, ребята, вот так. Чтобы сломать вот эти все предметы, ребята, чтобы их сломать, нужно сломать блок под ними. То есть, если мы ставим сюда, допустим, компьютер, мы его не можем никак сломать. Чтобы его убрать, там нужно сломать блок под ним. То есть, ломаем вот этот полублок кварца, и тем самым мы ломаем компьютер. Поэтому, ребята, запомните. Давайте поставим еще раз два монитора. Сюда поставим кресло, вот так. А мышку, ну, камеру, знаете что? Камеру давайте поставим вот сюда, по центру. И мышку, где у нас мышка? Мышку поставим вот сюда. А колоночку, одну колоночку, мне кажется, можно поставить куда-то вот сюда. Будет прям супер-пупер. А тут сделаем немного по-другому. Хотя, в принципе, по-другому тут вряд ли получится что-то сделать. Давайте тут сделаем три монитора. Офигеть. Три монитора. Да, в принципе, пускай будет. Три монитора. Где-то камеру я тут вряд ли смогу поставить. Вот. Да, камеру или смогу, или не смогу, ребята, ваши ставки? Нет, не смогу я туда поставить камеру, поэтому нужно ее ставить, ну, допустим, да, пофиг, поставим ее вот сюда. И кресло, кресло вот сюда, замечательно, сюда мы поставим, хотя у нас мышки не будет. Если у нас мышки не будет, то как мы вообще сможем сидеть за компьютером? Значит, мышку нужно поставить, дай мне поднять вот это, зараза. И вот, сломал. Да дай мне поставить блок, почему я блоки не могу поставить, а? Зараза, я уже походу, ребята, дай мне сломать, дай мне сломать вот этот блок, вот так замечательно. Не могу я почему-то блоки поставить, ребята, почему я блоки не могу поставить, а? Почему я был, вот, замечательно. Опа, опа, замечательно, пожалуйста, вот, сейчас я могу блоки поставить. Там дождь начался на улице, а дождик мы не любим. Ну, в принципе, я люблю дождик, но только таймсет. Вот так. Да, сейчас, нет, не таймсет, а вот так. Замечательно, ребята. Ставим сюда компьютер, сюда кресло. Охренеть, я кресло поставил, конечно. Самое лучшее кресло во всем мире. Кресло вот сюда. И сюда кнопочку, ребята. Замечательно. И колоночки, 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 чтобы не дать соседям уснуть. Поставим вот сюда. И, в принципе, пускай будет. Вот такая, ребята, у нас получилась комната. Ну, знаете, это комната для трех самых лучших друзей. Вы все тут сидите. Вот представьте себя со своими лучшими друзьями. Вы втроем сидите в одной камере...
вы втроем сидите в одной камере с вашими лучшими друзьями. Почему мне в голову пришло слово камера? Ребята, вот я сказал, представьте то, что вы сидите со своими двумя лучшими друзьями в камере, прям камере. Четкий Вася, начальник, а на прогулку идем не, не в камере, ребята, а в комнате. Охренеть, не знаю, что-то у меня зэк какой-то проснулся. Не, ребята, не в камере, а в комнате. Вы сидите со своими лучшими друзьями и просто рубаете ваши там любимые игры. Я не знаю, ребята, что вы там играете. Let's go. А, знаете что? А давайте мы устроим небольшой опросик в этой серии. Ребята, напишите в комментарии ваши любимые игры. Вашу одну любимую игру, с которыми вы всегда, в которую вы всегда играете со своими друзьями. Вот это, ребята, представьте, это комната для, для тебя и для двух твоих лучших друзей. И вы тут сидите в компании ночью, Red Bull на столе и там еще многие другие, чтобы не уснуть, кофе. И сидите, ночные каточки, вашу любимую игру. Ребята, напишите в комментариях вашу любимую игру, в которую вы всегда играете со своими друзьями или играете один. Да, поэтому, ребята, это вот такая у нас крутая комната получилась, ребята. Ну а на этом мы уже будем, к сожалению, заканчивать. Комнату я вам показал, и в принципе она получилась очень даже неплохая. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. В первую очередь, ссылочка есть в описании на эту команду. Заходите, скачивайте и просто-напросто украшайте ваш дом вот такими, ребята, компьютерами, камерами, мышками, стульями, потому что вот эти стулья реально офигенные, вы можете даже на них сесть. Я сказал, вы можете даже на них сесть. Вот так, как они круто выглядят. Офигеть, ребята, просто. Но, ребята, также не забываем ставить лайки. Я даю вам свое слово, то что чем быстрее мы наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новое видео. Если мы дружно все сможем поставить лайк и набрать через 2-3-4 часа 2500 лайков, значит через 3 часа выйдет еще одно видео. То есть 2 видео за один день. Ребята, не забываем об этом. Вы и меня порадуете то, что лайк поставите. И я вас порадую тем, что выпущу еще одно видео за один день. Поэтому, ребята, запомните вот это и никогда не забывайте. Также я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков, ребята. Тем самым, каждый подписчик для меня как друг. И все, что вам нужно, просто подписаться на мой канал, я буду очень сильно этому рад. Я прошу потратить на меня всего лишь 2 секунды. На лайк, на подписку. Ну и, в принципе, вы можете написать комментарий. Я также буду очень этому рад. И вступить в мою группу ВКонтакте, если вы, конечно, имеете желание. Там каждый день выходят новости и многое другое. Ребята, не забываем об этом. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы нереально крутые молодцы. Вот честное слово, ребята. Вы не перематывали, вы не выключали. Вы досмотрели, и вы заслуживаете уважения, ребята. Мое уважение вам, кто досмотрел это видео до конца. Приходите на мой канал каждый день. Видео выходят каждый день. Я каждый день, третий раз повторяю, каждый день я вас жду, ребята. Я буду рад вас видеть на просмотре нового видео. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, приходите. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.